Муська, давай, Муська. Муська не сдается. Очередной побег. Я уже не знаю, здесь уже заделано настолько, насколько можно. Муська, как ты еще умудряешься вылезти? Да, зайчики, сейчас кушать будет. Сейчас посмотрим, где Муся нашла очередную лазейку. Офигеть, Муся дает. Вот и все. Она одна такая. Значит, в комнату смотрю, опять цветок разрыт. Интересно, кто бы это мог быть? Этот не достанет, этот слишком жирненький, чтобы прыгать так высоко. У этого виноватый вид, но это не он. Тут вообще без комментов. Судя по взгляду, конечно, возможно, но нет. Ага, поймана с поличным. Посмотрите на это, а? Бусинка, тебе не стыдно? Кто цветок роет мне тут? Порядок наводит. Поймана с поличным. Тык-дык-дык-дык-дык-дык. Убирать кто будет? Куда пошла? Пойдем, 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 пойдем. Это уникальное изображение удивительного существа. На дракона оно не похоже. Скорее, это волк или кабан. Ничего подобного нигде в мире больше не обнаружено. Но есть версия, что мистический зверь дожил до наших дней. Потому что и по сию пору в Кобяковом городище продолжают исчезать люди. Come on, grab it right here. Come on, you got it. Take it. Thanks, thanks. Is there a mouse on your back? There's a... Okay, I'm gonna... Okay, no. Okay, hold on.